В Україні розпочалася монетизація житлово-комунальних субсидій. Правила нарахування лишаються незмінними. Розмір держдопомоги буде розраховуватися згідно з майновим станом родини. Зміниться лише алгоритм виплати. Гроші надходитимуть одразу на рахунок в Ощадбанку, з якого автоматично будуть списуватися кошти на оплату послуг. Як експеримент, у березні планують виплачувати субсидії так званими «живими грошима», тобто готівкою. Щоправда, немає жодної гарантії, що ці кошти використовуватимуться за призначенням. Другий етап монетизації розпочнеться в травні для тих, хто раніше вже отримував субсидії. Третій етап передбачає повномасштабну монетизацію, але який вона матиме вигляд, наразі невідомо. В ближайшее время будет принято решение и будет экспериментально введен еще один механизм монетизации, который уже будет, если эта монетизация как бы все равно остается в денежной форме, но без готевковой, то есть она перечисляется на счета жилищно-коммунальных услуг с персональной учетной записи человека, то с марта месяца предполагается введение монетизации уже в денежном выражении. И учитывая, что субсидия – это такая же социальная выплата, то есть планируется привязать ее к выплате, как идет порядок выплаты пенсионной, и уже выплачивать тем семьям, которые субсидию получают с октября месяца, а я назвала вот эту цифру, у нас 31 тысяча, выплатить на счета уже персонально людей эти назначенную сумму субсидии, и они уже будут оплачивать самостоятельно жилищно-коммунальные услуги. Этот эксперимент будет действовать до мая месяца как минимум, для того, чтобы было сделано сравнение, какой механизм монетизации будет лучше, либо тот, который предполагается с января для тех, кто получает первично обращается за назначением субсидии, либо вот в таком виде, который будет говорить о том, что полностью сумма назначенной субсидии перечисляется в денежном выражении на счет человека, и человек уже сам оплачивает. Да, то есть тут есть во втором варианте риск того, что, к сожалению, не все эту сумму, которая будет перечислена, будут использовать по назначению. Станом на 1 січня соціальну допомогу в Одесі отримує 31 тисяча родин, але ще рік тому отримувачів субсидій було майже вдвічі більше. Уряд регулярно скорочує кількість отримувачів державної допомоги, і це спричиняє зростання боргів.